Дизельный скандал Volkswagen получает продолжение. Прокуратура Германии начала расследование в отношении уже бывшего главы автоконцерна Мартина Винтеркорна. Кроме того, отстранены от работы главы отделов по исследованиям и новым разработкам для марок Audi и Porsche. Еще на прошлой неделе выяснилось, что дизельные двигатели, произведенные концерном, выбрасывали в атмосферу намного больше вредных веществ, чем показывали бортовые компьютеры машин. Это позволяло обходить строгие экологические нормы и вводить в заблуждение покупателей. Такая фальсификация данных затрагивает около 11 миллионов автомобилей с моторами от Volkswagen, проданных по всему миру. Помимо Германии, собственные расследования уже проводят США и несколько стран Европы и Азии. Автогиганту грозит штраф в 18 миллиардов долларов.